Ассаламу алейкум и приветствую, народ. Сегодня проведем небольшой опрос в городе Грозный и узнаем, были ли жители Грозного хотя бы раз за границей. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Исмаил. Исмаил, да? 31. 31. Ты хоть раз был за границей? Да, был. А где? Австрия, Германия был. Скажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Магомед, 19, да. А ты хоть раз был за границей? Да. Нет? Да. А где ты был дальше, в Чечне, дальше всего? Пятигорск. Пятигорск, да? Начик. А мелхай не цемую? 67, док. 67. Цемую? Малик. Малик. За границей ахилия вообще? За границей ахилия. Хир мерс, ахилом тахали. Сахал тахали? Хил ацал. Хир мерс, ахилом тахали. Хир мерс, ахилом тахали. Как вас зовут и сколько лет? Меня зовут Усман Магомед Тимурович, и мне 19 лет. Ага. Тебя еще раз? Шамаев Магомед Минисупович, 21 год. Ага. Вы были хоть раз за границей? Не-а. Увы, но нет. Ага. А где вы были дальше? Если куда-то уезжали? Да, максимум в Дагестан. Как вас зовут и сколько вам лет? Магомед 30, почти 2 года. Сколько? Почти 32. Ага, как зовут? Мамед. А тебе? Амир, то же самое. Ага. Я такой же. Вы хоть раз были за границей? Да, неоднократно. Да? Ты тоже? То же самое, много раз. Ага. Где конкретно? Он живет там, в Китае. В Китае? А, все интересно. Давно? 6-7 лет уже. А ты где был? Я был в Нагуа, был. В Турции был, в Египте был, на Кипре был. А ну ты, да, Украина, куда ездил. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Маша, мне 17 лет. Ты когда-нибудь была за границей? Да. Да? Сколько раз и где? Один раз я была в Грузии. И больше? Только один раз. Как зовут и сколько лет? Уаха, 24 года. Ага, а тебе? Хасан, 21. Ага, вы когда-нибудь были за границей? Я нет. Нет? Нет. Я да. А ты? В Турции. В Турции? Да. Сколько раз? Да, один раз. Один раз, да? А у тебя не было желания куда-то поехать? Ну, было, но никак не получалось. Ага. По времени. Все, дальше в Чечню выезжал? Да, уезжал. Как вас зовут? И... Тамерлан. Как он? Тамерлан, тебе? Магомед. Магомед. А сколько вам лет? 18. Вы были вообще за границей? Да. Ты был, да? Да. А где был? В Бельгии. В Бельгии. Там жил или просто? Жил. Жил, ага. А кроме Бельгии где-нибудь был? Не помню, в детстве был. А, в детстве. А ты? Только в Москве был. Ага. За границей не был, да, пока что? Четыре. Ага. Ну, еще успеешь. Как вас зовут и сколько вам лет? 50. 6 будет в апреле. А, 56 будет, да? Ага. Зовут меня Алид. Как? Алид. Олег? Алид. А. Да, Алид? Да, а, Алид, да. Извиняюсь. А вы хоть раз были за границей? Нет. Нет? Ага, за всю жизнь раз не были, а за вот границей. Вот здесь постоянно сторожем работаю, вот здесь. А, ага, все. А дальше в Чечне выезжали? Нет. Ну, раньше, да, когда 30-35 было, я в Москве и в Ленинграде был. Ага. То есть за границей не были, да? Нет, за границей. Uh-huh. Скажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Алхазур, мне 23 года. Ты вообще был за границей? Нет, никогда не был. 23 года? Да, 23 года, но никогда не был за границей. Ага. Все еще. А где? Но у меня в планах. Это отлично. А где дальше всего был? То есть, ну, из Чечни выезжал? Да, выезжал, был в Москве. Сперва можешь сказать, как тебя зовут и сколько тебе лет? Зовут меня Иман, мне 24 года. Uh-huh. 24 года. За 24 года ты была за границей? К сожалению. К сожалению, из Чечни я пока не уезжала. За вообще из Чечни не уезжала, да? Да. Мансур, 26 лет. 26 лет. Ты когда-нибудь был за границей? Был. Да, где? Ну, ближняя за граница, можно, если так сказать, Казахстан и в Саудовской Аравии. Ага. Угу. То есть сколько раз? Ну, по одному разу. По одному разу. В Казахстане в детстве, а в Саудовской Аравии, можно сказать, года два назад. Скажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Кусари Евноха, 28 лет. Ага, ты был когда-нибудь за границей? Это Хилуас. За 28 лет?
За 28 лет, да. Только по РФ. Да. А куда ездил по РФ? Москва, Питер, Сочи, Адлер, Анапа. Ага. Только и всего. Ну, ты, видимо, соседние республики, да. А, ты, видимо, особо не хотел за границу. Хотел, просто средства не позволяли. Ага, все. И как тебя зовут и сколько тебе лет? Тимур, 22 года. Ага. Ты был вообще за границей? Да. Да? Сколько раз? 3 раза. И где конкретно? Я бы не назвал это за границей. Это Баку, Грузия и Армения. Ну, это за границей. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Мухаммад, 15 лет. Ага. А ты хоть раз был за границей? Нет. А где ты дальше всего был? Ищешь? Выезжал? Нет еще. Друзья, надеюсь, вам было интересно смотреть. Если да, пишите об этом в комментариях. Если нет, тоже пишите в комментариях. До скорых встреч!